Сегодня в районе улиц Абая Байзакова, недалеко от здания ДКНБ, вооруженные люди открыли огонь по прохожим. Есть убитые и раненые. Видео с убитыми во время перестрелки появилось в интернете. Очевидцы выставляют кадры в социальных сетях. На одной из записей видно застреленного человека, лежащего на земле. Вокруг него полицейские. Еще на одном видео у автомобиля лежит убитый полицейский. Одного из мужчин, открывших огонь по людям, удалось задержать. В связи с возникшей опасностью сотрудники служб безопасности попросили населения не покидать домов и избегать мест массового скопления людей. Обо всех подозрительных лицах незамедлительно сообщать правоохранительные органы и с пониманием отнестись к действиям сотрудников правоохранительных и специальных органов.